еще 18 градусов. А тут сколько? 2 градусника у нас. 18, это на 2 градуса больше 18. 17. Ну, это 17 вполне подходящее. Ну, может, уже и холодно будет. Ладно, надо печку подготовить. Я подготовлю только. Так, это Любовь Николаевна мне все сделала. Так, правильно, чтобы туда эта пыль шла. Я сейчас открою верхнюю задвижку. Во. Чтобы она сильно не шла. Я открою нижнюю, которая на прополую идет. Во. После этого надеваю рукавички. Ну и буду выгребать. Так. Господи, помилуй. Пушкой в другую сторону. Дровами и углем. Дрова на разжижку, под них бумагу сейчас покажу. Вот. Что здесь? Надо, чтобы нигде не осталось искра. А там в духовке, если лежить, а помаленьку вот так сюда скатываю, уголь закатывается туда. Ну, уже не топили вчера. Так. Ладно, открою туда, чтобы несло. Вот. Я уголь не готовлю. Брат Владимир приготавливает, несет. Дрова нарубил. А я встаю пораньше, раньше ложусь. Ну и затопляю. Затопляю. Это что? В 4 часа кошек выпускаю. В 4 часа. А сам стою, ну, по-разному. Бывает пол второго, два. И сегодня что-то меня что-то беспокоит, то ли. Вертелся, вертелся, вижу, что уже 3 часа. Нет, вставать надо. Так, а во сколько ложитесь? По-разному. Обычно у меня назначено на 9. А бывает и какая-то там. Это интернет на 9. Во. Вот теперь закрыть надо. Рукавички в одно место. Очень удобно. А то пыль налетает. Сажа. Не сажа, а как сказать. О, это на прополую, которая идет, когда разжигаем. Так. Теперь я открываю эту первую, закладываю разные бумаги. Это еще можно писать, я ее откуда-то не знаю. Видишь, сколько газет бросали. Откуда они столько, я даже не знаю. Это, наверное, оттуда, из-под низу, когда я стул ставил. Во. Сейчас, сейчас,
яд. Яд у меня лежал против мышей. А они пробрались и съели, и ушли. Ни одна не зашла. Видно, я обманывали. Так. Вот видишь, сколько здесь. Это надо... Это я жечь не буду. Это сгодится. Потеть, не потечь. Тоже статья хорошая. Посчитать надо будет. Отложу ее. А это еще... Ну еще. Вот это как раз на разжижку. Когда я начинаю разжигать вот это вот, это я сверху подложу, чтобы уголь не провалился. Всегда вспоминаю северные народы. Вот и женатый на Арктике. Заголовок такой. Женатый на Арктике. Поцелуй близких в рот. Ой, еще как. Там целуешь в рот. И дьявол-то и залезет в рот. Так. Это надо куда? Сейчас. Чтобы... Да. И везде ноги все это вытаскивать. Никого нет, а ноги торчат. Помешались на этом. Одни продают там разное такое, чтобы и старик, и, ну, по-прежнему тянуло его на секс. И рекламирует это все, Виагра там разное все. И вдруг ученый выступает, это крайне опасно. Самый момент этот, перегрузка сердца, он прямо тут же умирает. Умирает, ну, это просто уже изблудится человек, он под старость не кается, ничего. Считай, показывает. Вызвал, заплатил за этих, которые торгуют телом. А сам-то никуда не годный. Так дал ей баночку, чтобы она в него баночку пописала. А он ее выпил. Считаешь, и даже ему не верится. Да неправда. Ну как неправда? Аргументы и факты все знают. Они зачем будут говорить неправду? А как бы верующий-то был... Молился, внуков учил. В стране бы по-другому стало. Ведь милиция-то расправиться не может с этими со всеми. Вот. Вот теперь у меня маленько уже заложено. Все. Теперь самое длинное. Есть или нет у меня? Вот это я сейчас закладываю. Вот, давайте. О! Я его не закрыл. Ну да. Ну все. Ну все, дальше я знаю, что сделать. Закладываю, а утром только... Во сколько я зажигаю-то? 10 минут. 4.10. 4.10. 4 кошек пускаю, 4.10 затопляю, а в 4.40 общий звонок. Уже общий подъем. И вот маленькая, кажется, тут... Комнатка, надо топить. А еще северные народы. Дров нету. Олени. Снег. Я посмотрел, как они в чуме встают. Ничего, не знаю, как можно там олени. А там ночью напали волки. И отделили там 300 или 400 оленей и угнали куда-то. И оленевод посылает мальчишку, 15-летнего, на нартах. Дует ветер, температура. И одна собака с ним. Даже ружья нету. Даже не верится, что это может. Съемка-то ведь настоящая, там какие-то японцы снимали. Ну а как тогда? Не знаю как. Даже дома вот здесь, и то бывает утром, если холодно, то это холод уже здесь. Так, дрова, а там ничего нету. Оленей там тысячи сколько, это... Не знаю, какие это мужественные люди. Это не просто я на тебя, на север там увезу. Это смелые люди. А они понимают, а, щукчи. Вот мало они и живут, потому что вообще и курят, и там, и на этом их ловили, и поили. Это я все каждый день думаю об этом. И молюсь за ней. Господи, прости, помилуй. Ну вот и все, считаю. Все как есть. Заряженная спичка. Уголь.
Все пошло. Уголь еще, уголь. А? Уголь. Уголь потом. Ну, сейчас я... Тогда мне до конца надо довести надо. Уже что раз вначале показать. Теперь я... О. Так. Сейчас я еще парочку подложу, чтобы закрыть все. Ну, тут не видать. Ну, что тут смотреть-то? Смотреть-то так и нечего. Теперь я уголь беру. А это вот у меня, чтобы сюда она... Вот это хорошая бумага. Ну, тут начни ее брать вместе. Чтобы сюда она не прокатилась, уголь. Вот. А то тут придумали котел без дверки. Не принимаю абсолютно. Я 40 лет печи клал по стране, когда не давали работать программе. Давайте. О! Черная, скорее иди. Иди скорее. Паля, 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 иди скорее. Паля. Паля, Паля, Паля. Давай, давай, давай. Заходи, заходи. Паля, Паля. Заходи. Ну, вот, Паля. Ух ты! Побыли они там, пускаем их минут на 10 утром. А спят они вот в этой клетке. Кошачьи. Все. Сразу ставлю воду. Так, ох, она пошла. Ну все, сейчас я уголь здесь окончательно загоняю туда. Вот это вытряхаю, одну только добавляю. И воды проверить надо. Воды мало. Два раз мало, надо добавить. Это у меня кружка есть такая большая. Вон у тебя там пена какая идет. Смотри, как бы не видно. Горох. Решил убежать у меня. И хорошо, конечно. И вот я зажигаю. Здесь. 4.10. А в 4.40, брат Владимир, встает уже тут щебарничает. Что надо сделать. Все на этом. Слава Христу. Аллилуйя. Завтрак в 7 ровно будет утра. Угу.